Денис Шаромов, Adinas Bittrex, руководитель отдела техподдержки. Новый уровень поддержки Cloudman. Аналитика, как написать статью и получить клиента. Раз. Друзья, всем привет, рад вас видеть. Много знакомых лиц здесь. Сегодня я вам расскажу про нашу новую поддержку, как мы меняемся, что мы делаем, как хотим стать лучше. Первый слайд такой про наш мир, это, наверное, для вас не новость. Наш мир меняется. Мы все это знаем, всегда смотрим, да, все меняется вокруг, и мы вроде как тоже меняемся, и мы чувствуем, что мы все делаем правильно, смотрим со своими показателями, все движется, все идет, все хорошо, все нормально. Но иногда надо посмотреть со стороны на себя, и, может быть, мы меняемся не так, как этого требует мир, как этого требует жизнь. И тогда мы делаем нужные изменения. Традиционно я показывал всегда первым слайдом, у меня были графики нагрузки, тикетов на человека, SLA и все прочее. Это все остается, оно никуда не делось. Это все есть, есть SLA, есть необходимость отвечать. Но мы меняем сейчас свое мышление, в первую очередь мышление, в сторону не выдержки каких-то SLA, каких-то правил, а в сторону того, что нас оценивает в первую очередь клиент. Поэтому сейчас для нас основной показатель нашей хорошей работы – это довольный клиент. То есть что мы говорим? Мы говорим, что клиент всегда прав, клиент всегда доволен, клиент должен быть доволен и так далее. И каждый сотрудник, каждый отдельный сотрудник это понимает, он в это верит и старается искренне этому помочь. Но если система мотивации конкретного сотрудника настроена на то, чтобы он ответил строго вовремя, там, выдержал какие-то нормативы, то в первую очередь он, конечно, будет следовать той системе мотивации, которая его к этому подталкивает. То есть если цели компании совпадают с его целями, тогда будет результат соответствующий. У нас была хорошая система мотивации, мы долго к ней шли. Формула интересная, сложная, хитрая. Не хитрая, вернее сказать, она просто содержала много нюансов. Я знаю, что многим было интересно, я делился, как мы это делаем. Система мотивации у нас осталась. Мы сейчас ее изменили, доделали, улучшили. Сейчас для нас основной показатель хорошей работы отдела и конкретного человека – это голосование клиентов. Это оценка вас в первую очередь, когда вы обращаетесь в поддержку. В этом смысле для нас очень важно получать от вас обратную связь. Для нас всегда была важна обратная связь, но сейчас обратная связь является системой мотивации сотрудников. У вас вопрос какой-то? Ну, если коротко, давайте. С микрофоном к вам подойду, давайте. Денис, было бы неплохо организовать возможность оставить обратную связь, когда сообщения закрываются. Был случай, когда просто не успели это сделать. Спасибо. Я не до конца понял вопрос. У нас сейчас можно голосовать и в процессе обсуждения, и на закрытие обращения. Причем у нас раньше не было возможности ставить оценку в процессе обсуждения. Мы специально ее ввели, потому что сейчас мы считаем, что фактор времени определяет клиент. То есть мы раньше говорили так, что вот есть некий SLA, и мы должны в него, в этот отведенный SLA, ответить клиенту. Сейчас мы исходим из того, что у клиента есть определенная потребность, определенные ожидания. По большому счету клиент вообще не хочет ничего знать о каком-то SLA. Он хочет просто, у него есть какая-то боль, он пришел с этой болью, он хочет эту боль снять. Да? И у каждого клиента есть своя потребность, свое понимание, видение того, как это может быть. Скажем, если у него какой-то простой вопрос, он хочет получить быстрый ответ. Может быть, это будет ссылка на какие-то частые вопросы, она его вполне устроит. Да, это то, что было надо, он ее получил быстро, отлично. Он там остался доволен, этого мы хотим. А другая ситуация, когда это написал, вот, наверное, от вас в первую очередь, когда пишет разработчик, он хочет не какую-то быструю ссылку на частые вопросы, потому что очевидно, что он это все прочитал. Он хочет получить какой-то вдумчивый ответ, может быть, консультацию с разработчиком, может быть, какую-то еще детальную проработку. То есть, по сути, здесь уже фактор времени вторичный. И поэтому, когда клиент может голосовать в процессе обсуждения, он сам определяет. Вот мы, допустим, не отвечали ему долго, а он считает, что у него простой вопрос. Он там поставил негативную оценку. Мы со своей стороны видим, стараемся потом это исправить.
То есть это очень существенные изменения, которые мы сделали внутри. Я надеюсь, что кто регулярно пишет в поддержку, это изменение заметили. Ну и помимо изменений себя, у нас появился сейчас технический помощник, друг наш и товарищ. Вы его все видели, наверное, на Bittrex24, но, возможно, не все его видели в этой ипостаси. Он появлялся у нас так на Хэллоуин на Западе в таком виде. Но вы знаете, что это такое. Это помощь там, где ее ждут. Это справка. Это не просто справка там, где интерфейс. Это актуальные статьи, актуальные видеоматериалы, то есть то, что именно сейчас необходимо беспокоить клиента. Мы рассуждаем как? Если есть какая-то страница, где у клиентов возникают вопросы, то поддержка пишет туда материал, который, соответственно, вот именно сейчас актуален, и сейчас клиент открыл эту страницу и снял свою боль тем, что увидел наиболее актуальный ответ, соответственно, и не создал лишнюю нагрузку на техподдержку. Ну, собственно, вот эти тезисы были представлены на прошлой партнерке, но добавился и новый. Это возможность добавлять статьи от партнеров. Мы хотим сделать, чтобы вообще могли все писать, но в первую очередь это возможность добавлять статьи вам. Вот. И прежде чем перейти к технике этого вопроса, мне хочется немножко рассказать по цифрам. Вообще, виджет у нас в Bittrex24 со справкой появился 8 месяцев назад, но я собрал статистику за полгода, чтобы было проще понять. Вы видите, что почти 500 000 уникальных посетителей к нам пришло. Посетители считались как пользователи на портале. То есть это не сессии, не что-то, это довольно точное число людей. Было 800 тысяч просмотров статей, то есть люди читают статьи, люди активно пользуются поиском. Мы даже, если честно, немножко удивились, что так активно люди пытаются найти справку, потому что иногда кажется, что люди не хотят искать, хотят спросить. Голосуют пока не так активно, но тем не менее голоса есть. Если вы видели справку, видели, что там есть обратная связь, нравится, не нравится. Для нас это тоже важно. Мы используем эту обратную связь для того, чтобы понимать, насколько эта статья сейчас нужна, не нужна. Строим на основе этого голосования рейтинг. И что, наверное, наиболее важно, мы смотрим статьи, которые потеряли свою актуальность, требуют корректировки или, может быть, совсем сменились какие-то интерфейсы, статьи нужно снять с публикации, и эти голоса помогают нам лучше работать с нашими материалами. Поэтому просим вас принимать активную позицию и, соответственно, голосовать. Если помогла, то да, если нет, то значит нет, это значит повод для нас что-то с этим сделать. Ну и опять же тикеты, да, от общего числа пользователей, которые пришли в поддержку, 8,5% создали тикеты. Это поддержка Bittrex24. Я тут отдельно написал, почему, потому что у нас виджет, собственно, не работал для буса, только для Bittrex24, эта цифра по тикетам только здесь. И, соответственно, мы получаем другую цифру. Это 91,5% пользователей, которые пришли в справку и не дошли до тикета. То есть мы считаем, это, в общем, хороший результат. Это люди, которые смогли, число людей, которые смогли помочь себе получить решение до того, как создали тикет. Вот. Но у нас перед Новым годом вышла эта справка в коробке Bittrex24. Если вы ставили, пользуетесь коробкой, вы могли видеть, что она у нас вышла в шаблоне Bittrex24. У нас есть шаблон наш, который мы обновляем. Это Bittrex24 системный, можно сказать так. Есть, если был какой-то свой шаблон, то там эта справка, естественно, доступна не будет, потому что это часть публичной части, элемент публичной части. Там у пользователей, у которых Bittrex24 шаблон стоял, после обновления появится справка в публичке. И уже сейчас вышла у нас справка для административной части. То есть мы, по сути, сейчас покрыли контекстной помощью все наши продукты. Ну, естественно, она тут работает аналогичным образом. Это помощь для конкретной страницы. Сейчас пока мы ее покрыли всю учебными курсами, будем активно работать над статьями, добавлением актуальных статей, вопросов. И, конечно, призываем вас тоже в этом участвовать.
Ну вот прежде чем говорить по технике, как это делать, наверное, возникает вопрос, зачем, да? Если как добавлять, зачем? Зачем вам писать вообще статьи свои? Ну нам понятно, мы хотим получить хороший контент, много хорошего контента, который поможет нашим вашим клиентам. А что это дает вам? Вы видите аудиторию пользователей, которая с этим работает. Эта аудитория только Bittrex24, в коробке цифры я сейчас не могу сказать, соответственно, они будут, наверное, доступны к следующей партнерке, но аудитория достаточно внушительная. Это живые, активные пользователи, которые, в общем, ваши потенциальные клиенты. Написав какую-то статью, вы показываете, что вы компетентны в каком-то вопросе. Вы можете, мы вас никак не регламентируем, не ограничиваем, можете вставить ссылку на себя. Если человек почитал статью, вы можете отправить его, пожалуйста, там какой-то материал дальше у вас на сайте, дальше, соответственно, с ним работать, что-то попытаться ему продать или как-то его дальше обработать. Вот, это такой маркетинговый сценарий. Другой сценарий для вас, наверное, тоже будет интересный тем, кто работает, кто делает свои модули для маркетплейса. Вы можете решить, по сути, ту же задачу, которую мы решаем для себя поддержкой Bittrex24. Поддержкой 24, простите. То есть ваши пользователи могут получить справку по вашим модулям, не дойдя до вашей поддержки. И они, по сути, останутся довольны, а вы не получите дополнительную нагрузку на свою поддержку. Вот. И давайте такой маленький вопрос. Кому-то интересно, вот скажите, поднимите руки, пожалуйста, кому интересно добавлять свои статьи в Bittrex24? Ну, я вижу, что есть люди. Может быть, не очень много, я надеюсь, что будет больше. Есть, я думаю, что мы с вами будем хорошо работать. Денис, а вот вопрос тебе из онлайна. А вот уже кто-то пробовал публиковать? Есть какая-то обратная связь от партнеров? Количество лидов, например? Кто-то пробовал. Поскольку сейчас это вышло в бетах только, это мы только сейчас обкатываем, сейчас нет какой-то таких больших цифр по статистике, но перед партнеркой я выбрал несколько наиболее активных партнеров, предложил написать свой материал. Самым активным из всех оказалась компания Интерволга. Я здесь и дальше их использовал в качестве примера того, как это выглядит. Поэтому спасибо ребятам. Где вы? Я не вижу, да? Да, молодцы. Нет? А, это вопрос. Ну давайте по технике чуть-чуть и потом вопросы. Значит, смотрите, есть вот сегодня, вы можете вот сейчас пойти добавить, у кого есть интернет, можно пойти написать, зашли на эту страничку, авторизовались с логином сайта 1С Bittrex, добавили статью, все получилось. Вот. Но, естественно, мы это будем анонсировать. Вообще мы хотим, чтобы это не будет какое-то скрытое знание. Сейчас это доступно только партнерам, это потом будет доступно в перспективе всем пользователям, чтобы, собственно, мы не против хорошего контента. Вот. Ну, дальше все просто. Открывается форма, она же работает и для материалов Bittrex24, и для БУСа. Я тут назвал это административная часть, это вызывает вопрос, почему это не БУС. Это не совсем БУС, потому что в административной части коробки Bittrex24 пункты меню те же самые, и та же справка будет открываться там. То есть оно идеологически проще понятнее БУС Bittrex24, но надо понимать, что в админке Bittrex24 будут те же самые пункты меню. Вот, соответственно, вы переключаете админку Bittrex24, переключаются разделы меню, вы привязываете ваш материал к каким-то разделам, а пользователь, находясь на этих страницах, открывая справку, будет видеть ваш материал. Ну вот смотрите, как это выглядит. Это видит клиент. Это, собственно, уже опубликовано сейчас. Кто этим пользуется, клиенты сейчас это видят. Это Bittrex24, да? Логотип компании мы показываем в списке. Переходит на статью, сверху статьи. Да, это не переходит на статью. Это BitBus, да, административная часть. Здесь Интерволга показала, что они имеют хорошую компетенцию по композиту. Я не знаю, возможно, они уже внедрили там 2-3 композита, кто-то к ним ушел. Надо будет их спросить. Вот. А вот, собственно, статья. Здесь какой-то материал и заканчивается ссылкой. Это не обязательно, это как вам удобно, но они предпочли отправить клиента к себе. Соответственно, вы можете сюда вставить какую-то метку, считать, это все понятно. Кроме этого, мы считаем статистику по этим статьям так же абсолютно, как по своим статьям. То есть это
все переходы, просмотры, кто откуда пришел, как проголосовал, помогло, не помогло. И, соответственно, скоро доработаем. Эта статистика будет доступна в кабинете для публикации статей. С этим можно будет работать. Вот у нас есть еще такая тема для обсуждения. Мы, кажется, что это может быть интересно, но, не знаю, интересно ваше мнение тоже здесь. Это возможность публикации статей на какой-то конкретный сайт или конкретный портал. То есть, положим, вы внедрили Bittrex24 в какой-то компании и хотите показать, что вот в этом разделе нужно делать там нечто определенное именно этому клиенту. У них вот определенная методика, скажем, работы с диском. Вы для раздела «Диск», для адресно для какого-то портала пишете материал, говорите об этом клиенту, и, находясь в этом разделе, они будут видеть в первую очередь ваш готовый материал. То есть тут уже не маркетинг, да, это работа непосредственно с клиентом. Ну и, соответственно, в административной части это может быть какая-то справка для работы, для контент-менеджеров, скажем, для работы магазина, тоже с контентом и так далее. То есть у нас вот с магазином работают вот так. И контент-менеджеры могут с этим работать. Вот в этом ключе поднимите, пожалуйста, руки, кому интересно такой материал готовить для своих клиентов. О, я вижу очень, очень активно, даже по моим ощущениям, даже больше людей заинтересованы именно в частных статьях, чем в общих. Это очень интересно. Я думаю, что нам надо будет в этом направлении работать дальше. Есть еще другой вопрос для обсуждения. Это чат. Я тут делаю небольшой спойлер доклада. У нас будет вечером сегодня доклад про новый чат. Вообще, как технологическое решение в продукте. То есть, если коротко сейчас говорить, что это из себя представляет? Есть некий канал в Bittrex Network. Вы заводите его, вернее, вы заводите для себя канал поддержки, поддержка чего-то, может быть, магазина, может быть, чего-то еще, и даете его клиентам. Для клиента, со стороны клиента, это просто какой-то клиент в чате. Он обращается к этому клиенту, и со своей стороны для него это видит как обычное общение. Соответственно, оно будет работать и через мобильное приложение, то есть это просто понятно. С вашей стороны это несколько сотрудников, прикрепленных к этому каналу, они, соответственно, видят очередь запросов, обрабатывают ее, ну и оказывают поддержку. Вот. И в связи с этим у нас есть желание попробовать внедрить такую поддержку для Bittrex24. С вашего разрешения я присоединюсь. Ты уже рассказал немножко, да, секрет? Вот. Подробно не рассказывай. В 16.5 мы будем показывать новую идею, как вообще с этим можно жить. У нас есть предположение, что людям удобно в мессенджере. Вот можно попросить поднять руку, если бы мы сказали, что мы поддержку оказывать будем в мессенджере. Кому это бы понравилось? Вот, вот почти ведь все, да, Денис? Вопрос только в том, и с нашей точки зрения звучит, как сохранить, во-первых, рентабельность, потому что ведь все захотят поболтать. Ой, а у меня еще один вопрос. А не уходите, пожалуйста, мне нужно еще решить. Это одна проблема, которая озадачивает. Вторая, которая озадачивает, во-первых, организация очереди. Но мы решили эту задачу, мы вам расскажем сегодня об этом. Посмотрите, что из этого получится. Ну, отдельно я попытался минусы и плюсы сформулировать, чтобы было проще. С точки Понятно. Зрения пользователей, клиента, вообще замечательно, очень удобно. Быстро работать с мобильным. Кстати, вообще получается немножко другой сценарий коммуникации. Ты как бы пишешь обращение. Когда сотрудник техподдержки находит время, он включается и начинает коммуницировать. И задача ваша – подскочить в онлайн. Да, как бы, потому что тогда диалог получится. Мобильники сегодня позволяют сделать такой формат. Но есть и минусы. Больше коммуникаций, как говорит Юра Тушинский, нам придется еще два отдела таких нанять для того, чтобы они просто болтали. Есть опыт некоторых компаний, которые открывали собеседников через чат с клиентами, и клиенты просто в какую-то зависимость впадали. Они просто, а давайте поговорим еще об этом. И они прям просто болтали обо всем. Ну то есть есть плюсы, есть минусы.
ну, есть у нас, если вот мы хотим наш инструмент открыть, попробовать реализовать, если все получится, может быть, запустить для эксперимента на Bittrex 24 поддержку для клиентов, используя мессенджеры. Как формат он кажется очень перспективным. Вот еще раз, самое главное, как-то остаться в экономике, как-то выстроить процессы внутри и потом научить и показать и вам, как это делать, сделать рентабельным, удобным. Что у тебя еще там? Ну вот, собственно, это все. Вопросы Денису? Коллеги, вопросы. Задойный Алексей. Вопрос, даже такое предложение скорее. Вот статьи, супер идея, расширение еще лучше. Нужно еще для модулей из маркета. Чтобы можно было писать статью не к коробочному функционалу в админке, а к модулю, который выпустил кто-то из партнеров. Чтобы таргетировать, это тоже... таргетировать, да, к своему, да, модулю, да? И к своему, и к чужому. Фу. Конкуренты начнут вредничать. Скажи, начнем, да? Да, естественно, в целом мы рассуждали, что надо будет делать таргетинг на модуль. Правда, не думали, что будет потребность делать справку для чужих модулей. Ну, может быть, это будет хорошо всем, я не знаю. Почему нет? Ну, в принципе, да. По урлу, по каталогу. Если конкурент сделает хорошую справку. Ну, давайте еще вопросы. Здравствуйте, Сергей Михнов, компания «Пуск». Вопрос по интеграции техподдержки в БУС и задачами Bittrex 24. Я знаю, что, по-моему, группа Махаон выкладывала эту интеграцию, и сейчас в маркетплейсе убрали. Не планируются, может быть, штатные средства? Вы для Bittrex 24 или для БУСа? Вот была связка техподдержки БУСа и задач Bittrex 24. То есть, используя модуль техподдержки в БУСе, задачи падали, и закрывая задачи, например, в Bittrex 24, они возвращались туда. Ну, вообще у нас такого плана нет пока. Пока, вы видите, мы уходим немножко в другую область, в область быстрых коммуникаций. Вот именно такой потребности у нас, лично у нас, вот нашей компании не было. Ну, скорее хотим найти новый формат. Все-таки тикеты немножко олдскульно, как бы, наверное, уже, да? Люди хотят чего-то такого современного. Причем, если реально с людьми разговариваешь, им нравится, когда быстро, мессенджер. Ну, то есть с их точки зрения хочется легко. Опять же, нужно соблюсти интересы компании. Ну, попробуем в эту тему поработать. То есть мы занялись поддержкой, но и хотим найти другой вариант. Надеемся, получится. Пожалуйста. Вадим, компания Netex, город Курск. Присоединяюсь к предыдущему вопросу, на самом деле, актуально для нас тоже. Если уж развиваться в сторону чата, то из чата как-то фиксировать тоже в задачи, как-то выносить, может быть. И вопрос такой. Новый дизайн техподдержки будет ли в обновлениях коробки портала? Вот. Вы знаете, мы когда его делали, новый дизайн, мы так прямо изначально и хотели сделать это в виде обновления, чтобы это пошло в систему. Потом немножко по срокам сжались и сделали это все в рамках сайта. Но вообще, конечно, надо делать в коробку, выпускать это. Да, это хорошее решение. Надо, тот, с которым вы работаете, да, сейчас? Да. Угу. И вопрос такой. Интеграция между сайтом, БУСом и Bittrex 24, техподдержки тикетной системы и чата, вот этого вот, то есть, чтобы клиент общался с чат или техподдержка на БУСе, а менеджер отвечал на портале. Ну, давайте вам 16.5 мы вам покажем, а вы посмотрите. А, хорошо. Нет, вообще, это близко, на самом близко деле, к этому вопрос, ответу. Вопрос мне очень нравится, потому что мы сами рассуждаем так, что какие-то быстрые вопросы будут решаться в чате. Какие-то длинные вопросы, они будут уходить в какие-то длинные коммуникации, и, возможно, здесь интеграция со старой тикетной системой будет очень нужна. Вопрос из онлайна. Можно ли в публичной части БУС использовать модуль «Помощь по сайту»? Любопытно. Ну, чисто технически можно. Не уточняется. Значит, надо. Чисто технически мы можем сделать, скажем, анонсировать какой-то API, который будет вызывать эту справку, но тогда вам надо будет готовить, соответственно, свой материал какой-то для этих публичных страниц. Надо тогда таргетировать по урлам сайта. Если говорить про...
Слушай, а почему нет? Ну, может быть, сервис получится, действительно. В контексте приватных статей это может надо работать. Надо тогда статистику давать, да, открывать. Ну, то есть надо до сервиса доводить. Мог бы получиться некий сервис, который позволял бы таргетировать статьи и поделать поддержку по сайтам. Не очень понятно, какой спрос, большой ли он и как вообще делать. Ну, интересный вопрос, да. Спасибо. Здравствуйте. Владимир Иванец, компания Superion. Вы упомянули блок Helpdesk. У вас же еще есть какой-то общий блок. И, может быть, еще какие-то, ну, битриксовые. Еще есть, может быть, какие-то блоги, о которых мы не знаем. Как вы их соотносите? И вообще, вот, может быть, есть что-то более популярное? Площадка, вот, где вы представлены. Потому что вот на общем, там вот битриксовом блоге, ну, там мало кликов, да, туда мало народ ходит. Смотрите, спасибо. У нас блог говорите, да, я правильно расслышал? Блоги? Блоги разработчиков? Вот есть общий блог, как бы там битриксовый, там, по-моему, Bittrex24. Вот. Плюс вот вы сейчас еще один предлагаете. Как вы их соотносите с точки зрения, что куда постить вообще? И, может быть, есть что-то более популярное, о чем вот мы как партнер не знаем еще? Смотрите, у нас было раньше, была и есть социальная сеть для разработчиков, на сайте для разработчиков. Туда мы публиковали периодически технические статьи. И, по сути, возникает вот эта проблема, о которой вы сказали. Много разных мест, где-то что-то на форуме, где-то там еще где-то в блогах, там здесь что-то в тикетах отвечали. И сложно собрать вот этот материал воедино. И сейчас у нас эта система работает на Bittrex24, когда есть единая база знаний, перед созданием тикета вы работаете с этой базой знаний. Мы хотим эту же базу, такого же принципа базу знаний сделать для поддержки, соответственно, коробки. То есть собрать воедино весь актуальный материал, и вы будете его видеть, вы пошли на страницу поддержки, видите весь материал, который сейчас есть, по которому сейчас спрашивают, которые сейчас, ну, что-то типа частых вопросов, да, и с ним работать, то есть нет необходимости где-то искать в блогах что-то еще. То есть это сейчас в процессе доработки, развития. Спасибо, Денис. Максим, 1С Рарус. У вас сейчас отдельные фрагменты, грубо говоря, как системы помощи, так и онлайн-консультанта, которого вы можете экспозировать наружу. Обычного сайта, любого, у вас все это уже есть. Вы можете убить интерком. Вы можете убить достаточно большую нишу онлайн-консультантов, которая не только поддержка наших решений как партнеров, что вот мы можем поддерживать, но и отдать это обычному клиенту, который в этот же чат посадит своих менеджеров по продажам. Потому что сейчас партнеры занимаются тем, что интегрируют, ну, не по всегда красивому API внешние системы и проталкиваем это все там в CRM, в Bittrex24, ну, в общем, известно. Вот куда. Я звал-звал его на работу, звал-звал, он все никак не хочет идти. Вопросы задают, какие правильные, да? Жди 16.5, мы много чего расскажем из того, что ты сейчас озвучиваешь. Коллеги, я предлагаю двигаться дальше, чтобы нам не выбиться из графика. Спасибо, Денис. Спасибо за доклад. Спасибо за внимание.